Good afternoon, dear children. Добрый день, дорогие ребята. How are you? Как ваши дела? Ребята, сегодня мы с вами продолжаем повторять буквы A, B. A дает звук A в слове apple. A is for apple. B is for bed. B дает звук Б в слове bed. Мы с вами проходили на прошлом уроке. Это у нас кровать, да? C, D. C is for cat. C буква дает звук К. Cat. D дает звук Д. Dog. Собака. E, F. E дает звук Э. В слове egg – яйцо. F дает звук F. В слове fish – рыба. G, H. Буква G дает звук G. В слове glass. Буква H дает звук H. В слове house. I, J. I дает звук I. В слове иглу. И J дает звук J в слове jam. Иглу и jam. Jam это варенье у нас, да? K и L. K буква дает звук К в слове kite. L дает звук Л в слове лимон. Lemon. M и N. Теперь сегодня мы с вами пройдем эти две буквы. Буква М, буква Н. Посмотрите, как они звучат. М is for milk. М это значит звук, который она издает. Сама буква называется М. Дает звук М в слове milk. И Н буква дает звук Н в слове nest. Н is for nest. Окей, children, давайте попробуем теперь их написать. Берем в руки карандашик. Все английские буквы пишутся как в алфавите. То есть у них сейчас нету прописью букв. М дает звук М. Мы еще знаем такое слово мами, да, у нас есть мама. Большая М и маленькая М похожа на Т нашу. Н дает звук Н и маленькая Н. Мы знаем такой шоколад, да, с вами? Nuts называется, орешки. А теперь сами возьмем в руки карандаши. Ребята, если у вас рабочие тетради нету, возьмите рабочие тетради. Там все вот так вот отмечено. Где красная точка, вы оттуда начинаете писать. Н. Большая. Пишем аккуратно и никуда не спешим. Н. Маленькая. Молодцы, ребята. Сегодня мы с вами прошли две буквы. Букву М. Н. М. Is for milk, м звук дает, и n дает звук н в слове nest, гнездо. Итак, ребята, мы с вами прошли уже много букв. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 14 букв мы с вами прошли. У нас осталось 12 букв. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Всего в английском языке 26 букв. А теперь, ребята, мы с вами возвращаемся к нашей предыдущей теме. Мы с вами прошли тему My Room. Моя комната.
Okay, children, open your books at page 34. Открывайте ваши учебники, activity, ой, pupils book ваши, на странице 34 и 35. Сегодня мы с вами также пройдем новые слова и разберем данную ситуацию. Сегодня наши слова называются my toys. My toys. My toys – это большая группа слов, которые объединяют мои игрушки. То есть здесь ваши игрушки, которые вы играете каждый день. Еще раз повторим. My toys. My toys. Doll. Doll. Куква. Kite. Кайт, бумажный змей, а мы еще называем его воздушный, да, змей? Байк. Байк, это велосипед. Ка. Ка, это машина. Плейн. Плейн, это самолет. Трейн. Трейн, это поезд. Еще раз послушаем все слова. My toys. Ребята, вы когда слушаете, вы тоже должны повторять. My toys. Doll. Kite. Bike. Car. Plane. Train. My toys. Мои игрушки. Doll. Doll. Кукла. Kite. Бумажный змей. Байк. Байк, велосипед. Ка. Ка, машина. Плейн. Плейн, самолет. Трейн. Трейн, поезд. А теперь давайте еще раз произнесем и повторим новые слова. Тем самым мы с вами, нам будет с вами легче их выучить. Дол. Дол. Вот, это кукла. Kite. Kite. Это воздушный змей или бумажный змей. Bike. Bike. Это велосипед. Car. Car. Это машина. Plane. Plane. Это самолет. Train. Train. Это поезд. Молодцы, ребята. А теперь, ребята, давайте попробуем выполнить это упражнение. Draw color, point and say. Обведи, покрась, покажи и нарисуй, и скажи. Здесь нужно нам обвести. Первое, это у нас что? Кукла. Кукла на английском будет doll. Мы обводим и про себя повторяем несколько раз. Doll. It is doll. Это кукла. Doll. Обводим красиво, не спешим. It is doll. It is kite. Kite. Повторяем несколько раз. Kite – это у нас воздушный змей. It is bike. Байк – это у нас велосипед. Байк. It is plane. Plane – это у нас самолет. Plane. It is car – это машина. Car. Ка, машина. Пока вы будете повторять, вы таким образом выучите новые слова. It's train. Это поезд. Train. Повторяем про себя, ребята. Train. Train – это у нас поезд.
Молодцы, ребята! А теперь, ребята, давайте вместе споем песню, которая называется My Toys. Sing the My Toys song. Мы сначала просмотрим, про что эта песня, а потом вместе будем петь. Итак, ребята, давайте еще вместе, еще раз вместе. I've got a doll. Это значит, у меня есть кукла. A doll, I got a bike. I've got a bike. Значит, у меня есть велосипед. I got a doll and I got a kite. А также у меня есть воздушный змей. И у меня есть много-много игрушек. I got lots and lots of toys. Come and play with me. Идем со мной и вместе поиграем. Мальчик поет, да? I've got a car, у меня есть машина. I've got a plane, у меня есть самолет. I got a plane, I got a car, and I got a train. I've got lots. А также у меня есть поезд, да? И у меня есть много-много игрушек. And lots of toys, come and play with me. Идем вместе со мной поиграем. Я думаю, вам понравилась эта песня. А теперь, ребята, приступаем к следующему упражнению. Exercise 6. Let's listen. Давайте послушаем, о чем говорят ребята. Look at my room, Andy. Wow! I've got a lot of toys. A doll and I've got a car. And look, I've got a pink bike too. А теперь посмотрим видео к данному. Look at my room, Andy. Look at my room, Andy. Посмотри на мою комнату, Энди. И тут Энди отвечает: Wow. Wow. I've got a lot. I've got a lot of toys. У меня есть много игрушек. Of toys. I've got a doll and I've got a car. I've got a doll, у меня есть кукла. I've got a car, у меня есть машина. And look, и посмотри, and look, I've got a pink bike too. А также у меня есть pink, это у нас розовый, bike, это у нас велосипед. Розовый велосипед. I've got a pink bike too. Я думаю, Энди понравились все игрушки. А как вы думаете, ребята?
Итак, ребята, ваше задание. Ваше задание это exercise 6. Вы найдете в вашем activity book. Activity book это та рабочая тетрадь, которая у вас стояла раньше в школе. Возьмите, пожалуйста, ее домой к себе. И мы будем по ней работать. Итак, мы берем стикеры, которые находятся сзади учебника, и наклеиваем. One bike, one, two, three, one, two, three, four. Если здесь 4, значит здесь, соответственно, должно быть по логике 5. Да? Значит, мы берем велосипеды, вот она картинка, и сюда вот так вот наклеиваем. It is bikes. One, two, three, four, five. Five bikes. Kite. Здесь 3, здесь 4, здесь 5. Значит, мы берем, здесь 2 не хватает, да? One, two. 2 воздушных змея с наклейкой наклеиваем. Здесь у нас поезда должны быть. Train. Значит, мы берем и поезд сюда один наклеиваем. Здесь нам не хватает 3 самолетика. Значит, мы берем и наклеиваем сюда. One, two, three. Здесь у нас куклы. Куклы у нас будет doll. Мы берем и doll наклеиваем. Ребята, это упражнение, еще раз повторяю, у вас есть в activity book. Давайте теперь проверим, правильно мы все сделали или нет. Видите, везде стоят галочки. Five bikes. Five bikes. Пять велосипедов. Two kites. Two kites. Два воздушных змея. One train. One train. Один поезд. Three planes. Three planes. Три самолетика. Four dolls. Four dolls. Четыре куклы. Молодцы, ребята. На этом наш урок подошел к концу. До скорой встречи. See you soon.